В этом краю вулканов-гейзеров господствует огонь и холод. Почти идеально правильный конус Ключевской сопки – самый активно действующий вулкан в Евразии. Над вершиной, высшей точкой полуострова, 4750 метров, постоянно курится ядовитый дым. За последние 270 лет здесь было 50 извержений. На Камчатке более 160 вулканов, около 30 из которых действующие. В этом регионе, включающем Камчатку и Курильские острова, находится 10% всех действующих вулканов планеты. В 1907 году одна из сопок извергла столько пепла и пыли, что ими засыпала весь полуостров, а удаленный на 100 километров Петропавловск-Камчатский погрузился во тьму. На Камчатке часто землетрясения, за последние 200 лет их было 150. Одно из самых сильных произошло в 1952 году 8,4 балла по шкале Рихтера. На полуострове бьют сотни горячих ключей, вода которых используется для отопления города и теплиц. Рядом с вулканом Кронецкая сопка, 3528 метров, находится долина 25 гейзеров, наполненная шипением и грохотом. Отложения, образовавшиеся в результате извержений, окрашивают окрестные скалы в красные, розовые, фиолетовые и коричневые тона. Самый большой гейзер, великан, выбрасывает струю кипящей воды и пара на высоту 50 метров в течение 4 минут через каждые 3 часа. Ущелье гейзеров находится на территории Кронецкого заповедника, занимающего площадь 1099 гектаров озера Кронецкое, крупнейшее на Камчатке. В заповедник входит тянущаяся почти вдоль всего полуострова прибрежная полоса болотистой тундры, где основная растительность мхи и лишайники. По мере продвижения вглубь полуострова рельеф повышается, появляются кустарники, хвойные леса и рощи камчатской березы, встречается реликтовая пихта грациозная. Здесь обитают бурый медведь, северный снежный олень, баран, голубой песец, чернобурая лисица, соболь, норка, черношапочный сурок, длиннохвостый суслик. В море водятся тюлени, по берегам гнездятся морские птицы, воды богат рыбой. Петропавловск-Камчатский – крупный рыболовецкий порт, располагающий флотилией плавучих заводов. Климат Камчатки суровый, зима долго, холодная и снежная, а лето короткое, прохладное и дождливое. Зато река Камчатка в отдельных местах не замерзает даже зимой, благодаря выходам горячих источников.